моя девочка вышла из джунглей, из кровати, на кухне. Всем привет. Многие пишут в личку, переживают. Спасибо вам огромное, что переживаете за мое здоровье. Я уже почти не кашляю. Вы знаете, многие написали, что можно было лечиться народными средствами. Я немножко объясню, я болела. Кто не видел наше объявление предыдущее, вот. Заболела я по своей глупости, честно. Это не ковид. Это не какая-то мифическая болячка. Это я вышла влажная, ну, то есть сидела возле обогревателя около 40 минут, а потом на 10 минут примерно вышла в неотапливаемую веранду договорить по телефонному разговору. Просто договорить, мне нужно было закончить разговор. Ну и в результате бронхит, слава богу, без воспаления легких. Вот, именно на этом фоне. И без антибиотиков никак, потому что пошли осложнения, бактериальная инфекция пошла. И без антибиотиков бы никак просто. Могло быть и воспаление легких, и в больницу. А в больнице сейчас лежать мне совсем не хочется. Ну, сегодня еще тебе один осталось принять. Вот, да, я допиваю антибиотики. У меня температуры уже нету пару дней. Есть еще, конечно, слабость, я еле хожу. Но я уже стала готовить. Вот оливье в семье готовлю. Я же говорю, вот. Горжусь моим солнышком. Сегодня приготовила чечевичку. Вот такая вкусная чечевичка была. Ну, в общем, потихонечку начинаю двигаться. Все нормально. Спасибо вам огромное всем, кто переживал, всем, кто писал. В общем, я снова на коне, так сказать. С ножом. Ага. А, будем как-то выкарабкиваться, потому что скоро бычка нам подкатят. Большого, ну, скоро, через месяц. На всю столешницу. Не, на стол нельзя его. Мы его частями на стол. Частями. 1/4 только. Я имею в виду, что нужно как-то приходить в себя, потому что нужно его будет разделывать. Это неделя работы. И нужно иметь... То есть целый день на ногах мы стоим обычно, когда с боли разделываем бычка. Да, это, конечно, жесть. И плюс у нас еще такое объявление, что мы хотели поехать в Новосибирск. Многие уже знают об этом, кто-то не знает. Купили билеты, думали, хоть немножечко разнообразим свой быт, повидаем друзей. Как раз сегодня... Сегодня мы должны были уехать, да? Возле сегодня это... утром, сегодня 30-е. А, вчера мы должны были вечером, ну, из дому уехать. Сегодня в 3 часа ночи должен был уйти поезд. Да, сегодня 30-е число. Подожди, сегодня должна была быть у врача на приеме, сегодня 29-е число, что? Да? Сегодня мы должны были выехать В ночь. В Иркутск. Мы должны были поехать на прием к врачу по беременности. Точно. Отстреляться и уехать в Новосибирск. Мы купили билеты. Но из-за того, что стремительно начинают снова закрывать школы, очень много стало болеющих просто вирусной инфекцией, не даже не ковидом, а очень много именно вирусных инфекций сейчас гуляет. И у нас тут многие болеют, и у нас друзья там тоже болеют многие. И мы просто в чате состоим в новосибирском, ну, в церковном, и смотрим все больше и больше заболевших. И у нас в Забайкале школы закрыли, на дистанционное перевели. Боря читал новости. Да, и да, в Новомирске да. подруга пишет, нас на работе перевели снова на дистанционку. И там пишут, что там то закрыли, а там закрыли. И мы так посидели и подумали, а мы еще и заболела я. Да. И я говорю, Боря, отменяю на поездку, потому что инфекции гуляют. И будет у нас, как в Москве. Приедем, заболеем, отваляемся и уедем домой. Говорю, какой смысл? Вот. У нас у Сашуньки день рождения, буквально вот через неделю. Мы планировали в Новосибирске его пойти отпраздновать в аквапарк. Мы так соскучились за аквапарком, за огромным, большим. Новосибирский самый крутейший аквапарк. И самый, который один из дешевых. И цены там классные, и многодетным скидки там есть. И все, и... называется, расстроились мы, будем искать здесь поехать отпраздновать, если не позакрывают ничего к этому моменту. У него 7-го, 6-го, я путаю, короче, 6-го числа у него день рождения, будет 7 лет, поэтому уже 7. Отменили мы поездку, уже 7. Уже 7, представляешь, какой большой, уже 7. Поэтому, ребята, вот такие новости у нас, сидим дома. Вот, я выкарабкиваюсь, Новосибирск отменили, день рождения планируем, на улице у нас мороз, Боря нету делает сейчас машину, мороза.
Сейчас ой, мороза нет. Боря хорошо подфартило, потому что он доделывает духовку. Течет все. Он там вам снимает видео о заводах мужчинам, кому интересно. И это... Да так, я так снял, что двигатель кручу. Ну, все равно что снял. Я имею в виду, что сама суть, что двигатель Боречка чинит. Я уже а сделал, я потихонечку, меня тут подстраховали, пока я болела, Аня с Борей, все готовили, все делали за меня, стиркой занимались. Теперь я, короче... Заступила на смерть. Да, даже Боря без меня тут и обзоры снимал, кстати, пишут, люди понравилось. Да? Да. Это же я болтуха, ты же, наверное, не болтал, я же даже твой обзор не слушала, лежала вот там с температурой, и мне было все равно, что он там снимает, честно. Он говорит, Таня, иди меня сними. Я говорю, Боря, я еле лежу, не то, чтобы сидеть... Ты же стоять. И снимал с штатива. Это, и вот Боря сам снял, я даже не слушал, что ты там наснимал. Вот, но явно не так болтал, как я. Ну уж извините, я Таня Бровченко, которая болтуха. Есть блогеры, которые такие размеренные, очень мало говорят, но это не, а не обо мне. И поменять себя я тоже не могу, я такая, какая я есть, уж простите. Вот. Зато мы в обзор обычно стараемся вкладывать какой-то смысл. Правильно? Поделиться какими-то рецептиками, поделиться своими секретиками, куда что используем, что из чего готовим. Это не просто сухие обзоры. Вот. Вот и сейчас видео о моем самочувствии превратилось почти в 7-минутный. Немножечко ближайшие планы на будущее. Мы захватили день рождения Сашуни, что мы его собираемся праздновать. Захватили Новосибирск, в который мы не попали. Короче, много всего. Вот. Поэтому спасибо еще раз всем, кто волновался. Будем на этом видео заканчивать. И я думаю, сейчас видео побольше начнет выходить на канале. Просто было не до съемок, честно. Все такие запаханные были. Все это летали, да. Языки свесили. Мамы нету, все за нее делают и Боря, и вот Анюта, и дети. Поэтому было нам не до съемок. Тоже кто-то спрашивал, почему так мало видео на канале. Ну вот, вот так вот. Теперь будем приходить в норму и потихонечку восстанавливать объем видео на канале. Спасибо за ваше терпение, за беспокойство за нас, за волнение, за советы, за все, которые вы нам дали. Пока-пока, ребят.